Ну что, мы находимся у меня дома. Да. Ряба, покажи, пожалуйста, экскурсию по нашим владениям. По нашим... Мы пойдем. Как же это называется? Не владение, а как его? Экскурсия по... Ну, нашей деревне. Ну, пойдем, пойдем. Наши политические корни. Так, это у нас гараж тут есть. Mm-hmm. С фокусировкой немножечко, может быть. Вот так вот. Да я так тут автоматическую тоже делаю. Ой. Вот такой у нас есть большой гараж. Тут много машин периодически стоит, всяких разных. Mm-hmm. Приезжают всякие гости сюда к нам. Да, только у нас тут практически никогда нет. Да. Идем смотреть наших птиц. Это баня наша. Сейчас покажем страусов. Индюшат. Вот тут я провела все свое детство, так скажем, лето. Бегала тут, песок себе в трусы засовывала. Там вот туалет есть. Вот, из окна уже нас встречают. Пойдем. Живут птицы. А там вот куры. С ними ничего. Вонючки. Там, да, там ничего интересного. О. Заходим. Давай, схвати какую-нибудь индюшатину. Иди сюда. Опа-на! Здоровые такие монстры. Опа. Че, идите сюда. Все хорошо, а что ты боишься-то? Все нормально. Это как мы корову доили, да, где-то на Украине, да, в деревушке. Ну что, распушились-то, а? Хорош, а? Чего ты кусаешься-то? Все хорошо. Вот эти вот тут представители трехлапые. В принципе, очень родственники мои, дальние. Вот так вот они выглядят.